Кришна. Поздравляю с Новым годом. С Рождеством пришел. Со всеми остальными праздниками. Мы попросили сказать несколько слов о том, что мы все одна семья. Бхактивинода Тхакур в своей песне Агьяй Кахал поет Апарада Шунья Хоя Лохо Кришна Нама, Кришна Мата, Кришна Пита, Кришна Бхагаватхана. Что человек сможет принять святое имя без оскорбления и повторять святое имя без оскорбления только в том случае, если он примет Кришну как свою мать, как своего отца и как самое дорогое в своей жизни. Все наши оскорбления, которые мы вольно или невольно совершаем, результат неправильной концепции нашего ума. Результат представления о том, что я могу обойтись без Кришны. Что я сам по себе. Что я проживу без него. Что я могу обойтись без преданности. Что я могу обойтись без храма. Когда у человека появляется такое отношение независимости, или представление о том, что он не зависит от Бога, от Кришны, от преданных, то он естественным образом совершает оскорбление, воли и неволи. Целый спектр, самый разный. Поэтому Бхактивинода Тхакур вкладывает в уста Господа Нитьянанды эти слова. Он говорит, апарада шунья хоя лохо Кришна Нама. Сведите свои оскорбления к нулю, поняв, что Кришна – мата, Кришна – наша мать. Что мы получаем от матери? Матери мы получаем любовь, нежность, всепрощение. От матери мы получаем представление о том, что мы нужны. От матери, в конце концов, мы получаем счастье. Теперь поднимите, пожалуйста, руку, кто стал счастливее после того, как он присоединился к движению сознания Кришны. От кого приходит это счастье? Кришна дает нам любовь. Всегда дает. И когда мы в какой-то момент понимаем, что эта любовь доступна, и что мы просто до этого глупо, упрямо от нее отворачивались, мы становимся счастливее. Потому что Кришна – наша мать, и он всегда дает нам это чувство, то, что мы нужны, и то, что мы важны, и то, что у нас есть самое важное. И Кришна – отец, Кришна – мата, Кришна – пита. Отец что должен дать человеку? Отец должен дать человеку наставление. Отец должен научить человека жить. И теперь от наших отцов это трудно ожидать. Если они есть у нас. Великая удача, если они есть. И не алкоголик. Но Кришна дает наставление. Кто понял яснее, как нужно жить в этом мире, после того, как он прочитал Бхагавад-гиту. Поэтому Кришна реально исполняет в нашей жизни эту роль Отца. Он учит нас жить. Он учит нас не просто жить по привычке, а жить так, чтобы жизнь наша приобрела движение вверх. Поэтому Кришна Мать, Кришна Отец. И Кришна Дана Пран. Самое дорогое, что у нас есть в жизни. Дан значит богатство. Дан значит деньги. Преданные самые богатые люди. Догадывались об этом? Потому что богатый – это не тот, у кого много денег, а тот, кому не нужны деньги.
Богатый — это не тот человек, у кого много денег, но ему хочется еще и еще. Если человеку хочется больше и больше и больше, то это бедный человек, правильно? Богатый — это тот человек, который богат тем, что у него есть. И он доволен тем, что у него есть. Когда у человека появляется внутри это чувство, то что у меня есть все то, что нужно, то этот человек богатый. Человек от избытка, от полноты своего сердца готов отдавать все другим. Человек, которому все время чего-то не достает, не хватает, который все время находится в этом сознании того, что мне нужно больше, 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 это нищий человек. И поэтому Бхактивинод так вот говорит: Кришна — ваше богатство. Когда Кришна появляется в нашей жизни, становится наше навязчивое желание приобрести больше и больше, чуть-чуть меньше. Становимся мы более довольными, более удовлетворенными. Кто стал более довольным и менее недовольным? Принял, конечно. Кришна — единственный, кто может заткнуть дыру в нашем сердце. Я уже объяснял на Одесском фестивале, что с тех пор, как мы выгнали Кришну из нашего сердца, там образовалась дыра. Вакуум. Этот вакуум все время просит: хочу больше, больше, больше. Всасывает все время что-то из меня. Мы пытаемся заткнуть эту дыру, которая образовалась разными вещами. Кладем, 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 а дыра остается такой же большой. Почему? Потому что дыра из-за Кришны образовалась. А Кришна какой? Безграничный. Наше желание тоже становится безграничным, потому что там нет Кришны. Единственный, кто может эту дыру заткнуть, это кто? Сам Кришна. Он идеально под нее подходит. Она возникла, потому что он должен быть в нашем сердце. И когда Кришна возвращается в наше сердце, Кришна Дхарма Прана становится самым дорогим в нашей жизни. И нам в этот момент перестает хотеться что-то еще. Мы понимаем, что у нас уже есть все, что нам ничего другого не нужно. И когда к нам приходит это ощущение того, что Кришна — наша мать, Кришна — наш отец, Кришна — самое дорогое в нашей жизни, то сразу же уходит оскорбительность. Если мы по-настоящему любим свою мать и своего отца, можно их оскорблять? Никогда. Если мы все время чувствуем, чем мы им обязаны, можем их оскорблять? Никогда. Бхактивинод такой говорит: вы сможете повторять святое имя правильно, когда вы будете помнить об этом. Потому что Кришна — наша мать и наш отец. А преданный — это кто? Соответственно. Наши братья, наши сестры, наши, не знаю, дяди. Не важно кто. Главное, что они наши родственники. Главное то, что мы должны чувствовать, что мы принадлежим ко всему этому. По сути дела, задача духовной жизни в том, чтобы сформировать свое «я», правильное «я», духовное «я», чтобы понять, кто я такой. А понять, кто я такой, я могу только в отношении с другими. Если я пишу где-то в пространстве, я никогда не пойму, кто я такой. Мое «я» формируется в результате того, что я правильно строю свои отношения с этим миром, с людьми, которые меня окружают, в конце концов, с Богом. И для того, чтобы наше духовное «я», духовная личность сформировалась, нам нужно понять эти вещи. Кришна — это мой отец, Кришна — моя мать, Кришна — самый дорогой в моей жизни. Конкретные родственники, члены той же самой большой семьи, которая очень большая, которая к тому все время растет. И много родственников. У нас есть
Каданат, Баладев, Субадра, много других важных родственников здесь. А это дом. В Махабхарате говорится, что первая ошибка, которую совершает человек, из которой, собственно, состоит его иллюзия, в результате которой подвержен майя, она называется Вайкунтха Брахма, или ошибка, заключающаяся в том, что мы принимаем этот мир за наш дом. Мы считаем, что здесь наше место, что здесь я должен жить, что здесь должно... Здесь протекало мое детство. Здесь я влюбился в первый раз. Здесь я помру. Но наш дом не здесь. Вернее, здесь. Но не там. Наш дом в духовном мире. Храм — это посольство духовного мира. Здесь нам визу могут подходить. Ну и бодхисаттву право печатствовать. Он авторизован, чтобы выдавать визу. Путем визы на постоянное жительство. Не просто какие-нибудь там на месяц, на два, на три. На вечность. Чтобы человек... В конце концов, здесь, в этом посольстве духовного мира, человек может понять, где мой настоящий дом. В противном случае я всегда буду цепляться за иллюзию, которая будет искать у меня из рук в материальном мире. Поэтому здесь Кришна Мата, Кришна Пита, Кришна Рамата, здесь наши родственники, здесь наш дом. И это самое лучшее место во всей Вселенной. И поэтому я тоже сюда приехал. Мог больше на спасибо вам большое. Спасибо за то, что вы есть. За то, что вы здесь. За то, что здесь так тепло. Пусть здесь всегда будет так же тепло. И Бодхисаттве открыл секрет. Это метеорологическое открытие, которое он совершил. Что зима такая теплая, потому что у преданных накопилось слишком много тепла в сердце, и оно просто растопило все снега во всем мире. Нужно винить глобальное потепление, да. Единственная настоящая причина — это глобальное потепление в нашем сердце, которое происходит по мере того, как мы общаемся и повторяем все это имя. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Слышать еще много нектарных наставлений и приглашаем всех завтра утром на лекцию и вечером. А сейчас мы позволим Госвами Махараджу отдохнуть. Я тогда место дорогие преданные, поскольку нас очень много.
прочту 7 стих из 5 главы Бхагавад-гиты, который называется «Карма-йога, деятельность сознания Кришны». Йога-юктаха, йога-юктаха, Вишудха-атма, Вишудха-атма, Виджит-атма, Виджит-атма, Джитендрия, Джитендрия, Сарва-бута-атма, Сарва-бута-атма, Бут-атма, Бут-атма, Курван, Курван, Ати, Ати, На, На, Нитьяте, Нитьяте, Йога-юкта Вишудхатма, Йога-юкта Вишудхатма, Виджит-атма Джитендрия, Виджит-атма Джитендрия, Сарва-бут-атма Бут-атма, Сарва-бут-атма Бут-атма, Курванати Налитьяте, Курванати Налитьяте, Йога-юкта Вишудхатма, Йога-юкта Вишудхатма, Йога-юкта. Человек занят первым служением. Человек занят первым служением. Вишудха-атма. Вишудха-атма. Очистившаяся душа. Очистившаяся душа. Виджита-атма. Виджита-атма. Умеющий владеть собой. Умеющий владеть собой. Джита-индрия. Джита-индрия. Тот, чьи чувства обузданы. Тот, чьи чувства обузданы. Сарва-бута. Сарва-бута. Ко всем живым существам. Ко всем живым существам. Атма-бхута-атма. Атма-бхута-атма. Испытывающий сострадание. Испытывающий сострадание. Курванати. Курванати. Хотя и действующий. Хотя и действующий. На. На. Мне. Мне. Липьяте. Липьяте. Опутывается. Опутывается. Перевод. Тот, кто занят преданным служением, кто чист душой и обуздал свой ум и чувства, дорог всем, и все дороги ему. Хотя такой человек всегда поглощен деятельностью, он никогда не бывает связан с его последствиями. Комментарий Шрилы Прабхупады. Тот, кто пытается обрести освобождение, действуя в сознании Кришны, становится очень дорог каждому живому существу. И все существа становятся дороги ему. Причина этого в том, что такой человек обладает сознанием Кришны. Ему известно, что живые существа являются неотделимыми частицами Кришны, так же как листья и ветви неотделимы от дерева. Он знает, что, поливая корни дерева, мы насыщаем влагой все его листья и ветви, отправляя пищу в желудок, даем необходимую энергию всему организму. Поскольку тот, кто действует в сознании Кришны, служит таким образом всем живым существам, он становится очень дорог каждому. Поскольку все довольны его деятельностью, его сознание всегда остается чистым. Чистота сознания позволяет ему держать в повиновении ум, а управляя умом, он подчиняет себе чувства. Ум такого человека всегда сосредоточен на Кришне, поэтому он никогда не забывает Кришну и не занимается ничем, кроме служения Господу. Он никогда не станет слушать что-то, что не относится к Кришне, или есть пища, не предложенная Кришне, и никогда не пойдет куда-нибудь, если это не связано со служением Кришне. Таким образом, его чувства всегда подчиняются ему. А тот, кто владеет своими чувствами, никогда и никому не причиняет вреда. Можно спросить, почему же тогда Арджуна убивал, участвуя в битве? Разве он не обладал сознанием Кришны? Вред, который Арджуна причинил своим противникам, был только кажущимся. Все воины, убитые на поле битвы, как уже объяснялось во второй главе, продолжали существовать как индивидуальные души, поскольку души нельзя уничтожить. В этом смысле в сражении на Курукшетре не было убитых. Воины просто сменили тела по воле Кришны, который лично присутствовал при этом. Сражаясь на Курукшетре, Арджуна, по сути дела, ни с кем не сражался. Он просто исполнял приказ Кришны.
есть в сознании Кришны. Такой человек никогда не запутывается в последствиях своей деятельности. Сила Прабхупады Ки? Да. Комментарий требует некоторых объяснений. Я попытаюсь дать. Йога юкта висудхатма виджитатма джитендрия сарва будхатма будхатма курмана пи навипрете. Тот, кто занят преданным служением, кто чист душой и обуздал свой ум и чувства, дорог всем, и все дороги ему. Хотя такой человек всегда поглощен деятельностью, он никогда не бывает связан с ее последствиями. Shri Advaita Vedatara Shivasati Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ajana Vandita Bhujo Kanakavada Sankirtanai Kapitaro Kamavani Raksha Vishwambaro Dvijaro Vibhidharma Pamadu Jagat Priyakaro Karuna Vatara Пятая глава начинается снова с того же самого вечного вопроса Арджуны. Скажи мне определенно, действуйте или нет. Потому что, с одной стороны, ты говоришь саньяс. Отречение. С другой стороны, говоришь сражайся. С одной стороны, ты прославляешь внутренний дух отречения. С другой стороны, ты заставляешь меня заниматься ужасной деятельностью. Ладно, просто какой-то нормальной деятельности. Ты хочешь, чтобы я мясником стал? Ты хочешь, чтобы я участвовал в этой бойне, которая должна сейчас состояться здесь? И убил не просто каких-то людей, своих самых близких, гуру, вишен, трон. Арджун никак не может понять, что ему хочет сказать. И Кришна делает еще одну попытку. Если мы посмотрим все эти главы, которые объясняют карму йоги, мы видим, сколько труда стоит Кришне объяснить нам эту вещь. И в конце концов он говорит, это рахасья, тайна. Понять это очень трудно. Ну, легко понять, как действовать. Если я люблю что-то, я буду действовать. Человек действует ради двух причин. Потому что он любит что-то и хочет этого достичь, того, что он любит. И того, что он не любит что-то и хочет избежать. Мы все знаем. Все знаем, как действовать в этом мире. Чтобы увеличить то, что нам нужно, и уменьшить то, что мы хотим избежать. Мы знаем, когда все это надоедает, когда у нас ничего не получается, и когда нам становится тошно, и противно, и гадко. И когда все рушится, несмотря на все наши попытки делать что-то, у нас ничего не получается, мы знаем, как хлопнуть дверь и уйти. Я тоже знаю. Это называется саньяс. Все надоело. Сил моих нет. Жена надоела, семья надоела, все надоело. Ухожу. Это тоже люди знают.
не знают, как метаться из одной крайности в другую, как наслаждаться и как отрекаться, как действовать и как отказываться от деятельности. Если говорить про хасед, сейчас я тебе сообщу секрет. И ты не можешь понять этот секрет, потому что ты завидуешь мне. Причина в том, что мы не можем действовать, как Кришна хочет от нас, очень простая зависть. Или желание сохранить свою независимость от Кришны. Поэтому мы не можем понять секрет, как действовать без привязанности и без ненависти. Как действовать в этом мире. Ну, как говорит здесь Кришна, Курвана Пина Липетре. Действовать, но тем не менее не запутаться. Липетре. Русское слово «липнуть». Как действовать, но не прилипать. Чтобы эта деятельность не прилипала к нам. Чтобы последствия ее не заставляли нас страдать полностью. Это какой-то секрет. Очень сложно этот секрет понять. Как действовать не ради себя, а ради меня. Как действовать, исходя из моей любви. И он делает еще одну попытку объяснить Арджуне. Здесь, в этой главе, сознание человека, который действует не ради самого себя. Очень сложно. Хотя это карма-йога иногда, я знаю, карма-йога. Какое-то имеет отношение к чистому преданному служению. Если бы это не имело никакого отношения к чистому преданному служению, Кришна не говорил бы об этом Гите. И хотя Гита не проповедует только чистое преданное служение, Кришна, даже объясняя карма-йогу, всегда вносит элемент бхакти. Потому что, в конце концов, его цель – подвести нас к пониманию бхакти. Сарвадхармам паритяджамам камшаранам тачам. Отбрось все и предайся мне. Это бхакти. В конце концов, перестань только на себя полагаться, только на свое ложное эго, только на свои способности, только на свое умение, только на свой интеллект. Предайся мне. И он даже в карма-йоге объясняет там, что сутью карма-йоги является бхакти. Этот стих как нельзя лучше иллюстрирует это положение. Хотя это карма-йога. Он говорит, сарва бутатма, бутатма. Такой человек становится дорог всем, и все становятся дороги ему. И Шрила Прабхупада объясняет этот стих строго с точки зрения бхакти. Кришна говорит, даже объясняет карма-йогу любви, о том, как обрести любовь, как действовать ради него. И если мы поймем этот стих, любой стих по Бхагавад-гите, мы очень много поймем в своей жизни. Курман Апи Налипете. Как действовать, не прилипая. Это такая липучка. Там есть что-то сладкое на этой липучке. И мухи, они летят с огромным энтузиазмом на эту липучку. И остаются там на веки вечные. Ну, те самые мухи, которые прилетели сюда на липучку материального мира. Большая липучка. Кришна говорит, хотите отлипнуть? Слушайте внимательно. Сейчас я вам скажу, что нужно сделать. Йога-юкта. Человек, занимающийся йогой, то есть действующий, сознавая Кришну, понимая, что Кришна есть, становится вишудхатма, виджитатма, виджитендрия. Такой человек становится сарва-бхутатма, бхутатма. Говорит, что человек, когда начинает действовать в сознании Кришны, когда его ум связан с Кришной, когда он действует не от самого себя, а волею, пославшей меня. Когда человек действует от имени Кришны. Когда человек не пытается действовать сам. У него появляются эти три вещи, о которых мне хотелось сегодня поговорить. И как результат этого,
он становится дорог каждому, и каждый становится дорог ему. Кто-то хочет стать дорогим каждому, и чтобы все стали дороги ему. На самом деле, это цель всех наших устремлений. Мы хотим любить и хотим быть любимыми, правильно? Но мы не хотим платить цену за это. И Кришна объясняет, каков должен быть результат или каково должно быть наше психологическое состояние, когда мы действуем в сознании Кришны. Он говорит о трех вещах. Вишудатма, виджитатма и джитендра. Вишудатма, как может быть вы заметили, Шрила Прабхупада переводит как чистое сознание. И что значит чистый интеллект? Когда человек начинает действовать в сознании Кришны, его интеллект должен очиститься. Что значит чистый интеллект? Привлеченный Лилан Кришна. Привлеченный Лилан Кришна. Кришна ничего тут не говорит. Кришна пока еще говорит очень простые вещи. Но даже эти простые вещи очень сложные. Понятно, что привлеченный Лилан Кришна. Понятно, что это самый эффективный способ достичь этого состояния. Но очень важная вещь, о которой говорит Кришна, для этого он объясняет Арджуне, как стать нити саньяси, вечным саньяси. Есть саньяси, которые временные. И какое-то время они саньяси, потом глядишь, у них уже счастливая семейная жизнь. Называется на санскрите смашина вайраги. Вайрагия на кладбище. Когда человек приходит на кладбище, и у него отречение в сердце появляется, он говорит, о, да, все временно в этом мире. Да, да, я всегда знал об этом, да, да. Отрекаюсь. Потом он с кладбища выходит и попадает на свадьбу. Не случайно замечает, что это его собственная свадьба. Потому что отречение ушло куда-то. Кришна говорит, чтобы стать нитья саньяси, чтобы отречение было не внешним, чтобы оно не связано было с переменной одеждой, а чтобы оно связано было с переменной в нашем сердце, человек должен отречься от двух вещей, от которых труднее всего отречься. Не должен отрекаться ни от чего внешнего. Внешнее может быть тем же самым. Но внутреннее у него должно произойти отречение от двух вещей. Три двух вещей. Раги. Привязанности и неприязнь. Все. Просто. Тогда он станет нити саньяси. Потому что я привязываюсь к этому миру, и в результате этой привязанности совершаю страшные грехи именно по одной причине, вернее, по двум, потому что у меня есть внутри очень четкое понимание, это я люблю, а это я ненавижу. И ради того, чтобы достичь этих целей, человек делает все самое ужасное, он лжет, он ворует, он убивает. В этом суть всех проблем. Тот может сказать, я не убивал никого. Слава Богу, у вас еще все впереди. Потому что если привязанность останется в вашем сердце, может прийти такой момент, когда вы, исходя из этой привязанности, убьете кого-то. Трудно представить себе, но это случается. Чем вы лучше других, которые этим занимаются? Когда Арджуна находился в состоянии своего временного отречения на поле битвы Курукшетры. И он рвал на себе волосы и говорил, убегаю, ухожу, надоело, не могу больше, не хочу убивать. На Кришну это не произвело ровным счетом никакого впечатления. Потому что Арджуна говорит, не буду убивать, хочу стать непривязанным саньяси, хочу уйти, хочу следовать обету ненасилия. Стоял на него и смеялся. Потому что он говорит, «Бунджи Богом, Рудхирам Прадигнам, если мы
победим в этой войне, то потом мы будем наслаждаться, чем наслаждаться? Наслаждениями, которые будут окрашены кровью. Иначе говоря, я не прочь понаслаждаться, да? Крови не хочется. И Кришна знает, там, где есть рада или любовь, в материальном смысле, там будет что? От любви до ненависти. Все знают. Даже не один шаг. Это в сущности одно и то же. Две стороны одной и той же медали. И когда человек пытается взять одно и отвергнуть другое, когда человек относится к этому миру именно таким образом, это мне нравится, а это мне не нравится, то в результате этого, как говорит Бхактивинода Тхакур в этой песне, Кришна самсара кола чари аначара, он совершает аначара, или грехи. Он лжет, начинается лжи, начинается маленькая, он думает, ради того, чтобы не достичь моих целей, мне нужно солгать. Кто это делал когда-нибудь? Кто никогда не лгал? Почему мы все это делаем? И это значит, что у нас нечистое сознание или нечистый разум. Когда у человека чистый разум значит, что он никогда не делает грехов, не совершает грехов. Грехи приходят в результате привязанности и неприязни. И привязанность и неприязнь являются причиной загрязнения нашего разума. Когда привязанность и неприязнь являются тем критерием, с помощью которого мы действуем в этом мире. Это мне нравится, это мне не нравится. Это означает, что наш разум загрязнен. Это означает, что рано или поздно наш разум приведет нас куда-то не туда. Хотим мы этого или не хотим. Потому что разум грязный. Кришна говорит, первый признак человека, у которого есть сознание Кришны, йога-юкта, который связан с йогой, который связан с Кришной внутри, непреклонно, это то, что он перестает в своей жизни руководствоваться хочу или не хочу, нравится или не нравится. Потому что в сущности, если я руководствуюсь этим, представьте себе нашу жизнь. В нашей жизни есть что-то, что нам нравится. Поднимите руки, кому что-то здесь нравится. И есть что-то, что не нравится. Поднимите руки, кому что-то не нравится. И мы говорим, хочу только то, что мне нравится. Хочу! Хочу! Не хочу то, что мне не нравится. Сейчас сидел в зал в аэропорту, когда самолет улетит. Сюда, ну, не пропитывал. Там был мальчик устраивал вообще. Он там бегал повсюду, орал, плакал, кричал, я не буду играть с вами, не буду. Хорошие все. Ну, в общем-то, мы взрослые люди. Делаем то же самое, только немножко в других формах. Немножко более пристойно. И когда человек делает это, в сущности, Кришна называет это бандой, или разделением. Разделением единого целого на две вещи. Весь этот мир Кришна – самсара. Самсара Кришна, и он целый. И что с ним нужно делать? Что ему нужно сказать? Если чем мы скажем ему «до свидания», он скажет «здравствуйте». Сказать «Здравствуй этому миру» есть хорошая ведическая мантра «Ом». Что она значит? Да. «Ом» значит «да». Йоги уходят в Гималай, садятся по закону Гималай, и начинают говорить «да, да, да, да». Это их медитация. Это очень важная медитация, потому что это «да», которое мы говорим миру Кришне. Мы говорим «Кришне, все, я принимаю тебя. Принимаю тебя целиком». И только то, что мне нравится. Все то, что ты мне даешь, я принимаю. Хорошее даешь, я принимаю. Плохое даешь, я принимаю. Я понимаю, что это ты. Что ты один, и что я искусственно с помощью своего маленького куцого разума пытаюсь делить. Это мне нравится, это не нравится. Потому что когда нам что-то не нравится, кто нам не нравится?
Кришна нам не нравится. Когда нам что-то нравится, то нам нравится. Кришна нам нравится, да, но нам нравится только одна половинка Кришны. Половина Кришны говорит, вот я на половинку тебя отрежу и возьму только то, что мне нравится. То, что мне не нравится, я отвергну. Кришна говорит, когда у человека появляется сознание Кришны, он говорит, да, мой дом. И он говорит, Хари Кришна, Хари Кришна, 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 я принимаю все то, что ты мне посылаешь. Я принимаю все то, что... Я готов принять все, что есть, потому что я знаю. Это ты, который приходит ко мне в разных формах, в разных видах. И в тот же самый момент человек становится счастливым. На самом деле, я думал недавно, есть очень изощренные духовные, так сказать, практики в различных направлениях духовной жизни, которые помогают человеку над этим подняться, над этой логикой, черно-белой логикой. На самом деле ум наш, построенный на основании раги и двеши, имеет двоичную систему, как любой компьютер. Все компьютеры построены на двоичной системе. Да? Да, нет, да, нет, да, нет. Ноль единиц, ноль единиц, ну, мать же знает, она специалист по компьютерам. Наш ум точно такой же. Я говорю, да, нет, это хочу, не хочу, нравится, не нравится, рада, вешать. Очень примитивная схема внутри. Та же самая двоичная схема внутри нашего сознания лежит, что лежит в основе всего компьютера. Всех компьютеров есть очень изощренные техники, которые помогают человеку над этим подняться. Когда человек практикует дзен. Кто-то из вас практиковал дзен когда-нибудь? Там одна из распространенных практик является медитация на каан. Каан, значит, человеку дают что-то. Это дзеновский прикол. Человеку говорят что-то за обедом, лишенное смысла. Говорят, думай над этим. Нечто взаимопротиворечивое. Хлопок одной ладони. Ты должен услышать, учитель говорит ученику. Иди и не приходи до тех пор, пока не услышишь хлопок одной ладони. Все сидит. Вот сидит второй. Потом у него галлюцинации появляются. Ты услышал. Но смысл не в этом. Смысл этого в том, чтобы человек мог подняться над двоичностью своего ума. Да, не хочу, не хочу, люблю, не люблю, нравится, не нравится. Рага, дрежь. Что размышляя над этим, в конце концов человек понимает, что есть хлопок двух ладоней. Но есть еще безмолвный хлопок одной ладони, который невозможно понять умом. И человек испытывает в этот момент состояние просветления. На самом деле, то, что в буддизме называется просветлением, то есть всего лишь на все. С точки зрения бхакти-йоги, это достаточно незначительное достижение. Потому что это всего лишь первый шаг, когда человек чуть-чуть поднялся над двойственностью. Кришна объясняет, вместо того, чтобы сидеть и размышлять над этими каанами бессмысленными, и пытаться в галлюцинациях услышать хлопок одной ладони. Просто действуй в этом мире, но действуй без привязанности к плодам своего труда. Ты достигнешь того же самого просветления. Когда это произошло, если ты достиг этого, висуддхатма, если разум твой очистился, то тогда ум твой очистится автоматически. Ум твой станет подчиняться тебе, потому что разум твой не будет больше сосредоточен на ложных целях, хочу и не хочу. Ум не подчиняется нам и убегает куда-то непонятно куда и пытается воображать различные картины, наслаждений и всего остального в этом мире. Именно потому что на уровне разума мы еще по-прежнему находимся в этом состоянии. Это не нравится, это не нравится. Сейчас я повторяю мантру. Ничего у Кришны не будет.
Надеюсь, что он сам догадается. Как он в моем сердце находится. Ничего не прошу. Чисто, чисто, Олег. Знаешь, ты же знаешь, что мне говорить. Потому что на уровне разума все равно остается эта двойственность. Кришна говорит здесь, что если у человека остается чистое сознание, он действует сознанием Кришны, все остальное становится на свои места. Естественным образом. Виджитатма, ум его подчиняется ему, джитендрия, чувства становятся абсолютно смирными. Потому что у него есть, в конце концов, сознание Кришны. Он говорит здесь, что самое главное достижение такого человека – сарва-бхутатма-бхутатма. Он смотрит на все живые существа, как на самого себя. Все живые существа становятся ему таким же дорогим, как он сам, потому что он не делает различий. Все мы знаем это состояние, когда люди дорогие нам, близкие нам, становятся нашей атмой, продолжением нашего я. Наши дети, например, или наша жена в каких-то хороших случаях. Я не хотел пошутить. Когда кто-то становится таким же дорогим для нас, как наше я, атма. Иногда люди даже готовы пожертвовать собой ради них. Но в сущности, этим жертвам еще не очень большая цена, потому что в конце концов, я ради самого себя это делаю. Я просто смотрю на этого маленького ребенка, как на свое я. Но всех остальных детей при этом я почему-то не замечаю. А если разобраться, в чем, собственно, разница? Но нужно понимать, что все эти сглазы, наговоры или какие-то болезни, они происходят только от одного. Почему они могут на нас воздействовать? Наши собственные нечистоты. Кришна здесь говорит, курвана пиналипьяте, ничего к тебе не прилипнет, если у тебя будет сознание Кришны. Не нужно не ходить никаким экстрасенсом. Экстрасенсы отдыхают. Экстрасенсы стали безработными. Если у тебя появилось сознание Кришны, ничего не нужно. Сознание твое не будет оскверняться, потому что ты будешь всех любить, все будут любить тебя. И даже если они не будут тебя любить, все равно тебе не страшно. Мы знаем истории жизни множества святых, которые именно таким образом относились к этому миру. И люди их любили, а даже те, которые не любили, они все равно не расстраивались из-за этого. Сегодня день ухода Джайдевы Госвами. Я расскажу несколько историй про Джайдевы Госвами, великого святого, того, чью поэзию оценил сам Кришна. Сам Кришна захотел быть его соавтором. Это он написал знаменитый стих «Дахи падапалава удара». При песне Джайдевы Госвами. Вошедший в состояние Кришны молит все матерхами. Лотосный стоп и единственный мое прибежище. Они одни могут оставить, избавить меня от всего. Поэтому поставь их, пожалуйста, мне на голову. Да и подопал его удар. Этот стих пришел ему в голову. Я смелился его написать. Кришна пришел, принял его облик, его почерк, он его написал. Именно так все и было. То, что... Дорогие люди, небольшое удивление. Завтра после завтрака в Арунипрее пробудают семинар по санкетам. Арина.
Также еще небольшое объявление. У кого есть желание принять немного просада, подходите на кухню. Остались ответишные кидры. Thank you.
науки. Да. Бог является естественная любовь или сострадание к нему. Не придуманная, не вымышленная, не высосанная из пальца, не внушенная себе. Бог видит. Себя я люблю, понятно. Другие-то такие же. Шрила Рупа Госвами объясняет это достижение бхакти. Он говорит, что бхакти есть шубада. Одно из качеств бхакти – шубада, приносящая удачу человеку. Шубада – значит, то, что делает человека счастливым в этом. И он говорит, что происходит с человеком, который становится бхакти? Он начинает любить всех. И так как он любит всех, все люди начинают любить его. Он любит всех. Он просто хорошо относится ко всем, не завидует им. У него нет этой зависти, у него нет этой злобы человека, у него нет какой-то грязи в уме. Он просто смотрит на другого человека и хочет что-то хорошее ему сделать, улыбнуться, подарить ему что-то. И такой человек становится здоров всем остальным. Саро бутатма бутатма. Это абсолютно естественная вещь. Такой человек начинает видеть, чувствовать все то, что чувствуют другие. Может быть, кто-то из вас видел новый фильм «Остров». Хороший фильм, посмотрите. Обычно я не смотрю фильмы. Несколько учеников прислало письма с вопросами же по этому фильму. Показан такой человек, который в сущности, несмотря на всю нестандартность своего поведения, становится дорогим каждому. И каждый человек становится дорог ему. Именно в силу отречения. У нас есть неправильный стереотип. Мы думаем, что отреченный человек – это сухарь, который просто ничего не понимает. И когда мы слышим этот идеал, отрекись от ради, от веши, от любви, от ненависти, мы думаем, Господи Боже мой, что же будет? Кришна говорит, что будет. Все будут дороги тебе, и ты будешь дорог всем. Ты будешь все время чувствовать любовь ко всем живым существам. Все живые существа будут чувствовать любовь к тебе. И разница между предыдущим состоянием заключается в том, что до этого я чувствовал любовь к каким-то живым существам, некоторым, которые периодически превращались в ненависть к ним. Потому что мы все знаем, что самые злые, самые заклятые наши враги – это бывшие кто? Безукоризненные друзья. И наоборот, самые лучшие наши друзья – это бывшие враги. Но раньше мы не видели этого, потому что мы разделяли людей. Мы думали, вообще, что это тут за частица Кришны такая противная. Не жить. Понятно, что такое. Но Кришна говорит, когда у тебя появляется действительно сознание Кришны, то сознание Кришны значит царь Бхутатма Бхутатма. Он становится дорог всем, все становится дорог ему. Как Шринивас Ачарья говорит про Шри Госвами Вриндавана. Дира, дира, дана прия карам. Они были всем дороги. Дороги дирам, то есть людям достойным, благородным, владеющим собой, а дирам. Даже дирам они были дороги. Шрила Прабхупада приехал на Манхэттен. Первыми его поклонниками были пьяницы и наркоманы. Знаменитый эпизод из Прабхупады Лиламриты, когда Шрила Прабхупада читал лекцию. И вдруг увалился какой-то пьяница. Хозяин! У него в руках был рулон туалетной бумаги. Прям прошел в туалет, оставил там рулон, то Хари Кришна ушел. Ну его дань святости Шрилы Прабхупады. Как он хотел выразить свои чувства, потому что люди чувствуют независимость.
Если у нас есть зависть в сердце, мы встречаемся с каким-то человеком, то люди это чувствуют. Иногда люди завидуют, мы знаем, иногда завидуем даже самым близким с вами. Рождаете из сердца, и нам неприятно. Иногда кем-то что-то плохое случится. Конечно, плохо с ним это случилось, но почему-то очень приятно. Даже зависть, нам стыдно, нам противно, но зависть, она есть, с этим ничего не поделаешь. Там мы радуемся чужим гостям, или огорчаемся чужим радостям. Ух, кто-то, кого-то прославили больше, чем меня. Ух, а нет, я-то что, обо всем? Это же я все придумал. Мне один брат мне писал исповедь письмо. Замечательное. Он хороший очень, честный брат, он там наблюдает за своим умом, говорит, что... И он на Махате ведет. Но ведет на Махате другой, а он, в общем-то, идеолог этого Махата. Он на самом деле стоит очень, очень успешным на Махате. И он вложил туда сердце, все. Прославляет всегда этого лидера. Субтитры сделал DimaTorzok.